Сейчас у нас в Москве сильные морозы, поэтому я придумал следующий способ, как быстро обогреть машину. Я купил два 50-метровых двужильных провода, и один из них свесил в окно. Я живу достаточно высоко. Вот. И потом к нему подключил еще один. И дальше поставил обычный вентилятор, нагреватель мощностью 2200 ватт в салон на место пассажира или там водителя по-разному ставлю и включил. Естественно, подключив все это к домашней розетке. Вот. Ну и за несколько там десятков минут машина замечательно прогревается. Соответственно, один провод я вожу с собой, а второй у меня свешивается из квартиры, но могу его поднять так, чтобы его никто не смог забрать. Вот достаточно дешевый и эффективный способ, как изнутри быстро прогреть машину. Рекомендую всем. Цена вопроса — это вот два провода, каждый из которых где-то там 1800 рублей. Вот того 3600 рублей. Но если вы живете низко, то достаточно такого одного провода. Просто не всегда удается припарковать машину близко к своему подъезду. Вот. Ну и обогреватель сейчас они стоят рублей 700. Такой тепловентилятор. Итого от 2500 до 4500. В зависимости от того, насколько близко к вашему дому можете поставить свою машину. Вот спасибо большое за внимание. Подписывайтесь, ставьте лайк.